Центральный музей древнерусской культуры и искусства совместно с городским методическим центром Департамента образования и науки города Москвы с января по июнь 2023 года организует конкурс детского творчества «Путешествие в Древнюю Русь». Конкурс проводится в области детских художественных, живописных, графических, скульптурных, декоративно-прикладных работ. В конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования, воскресных школ в возрасте от 4 до 16 лет. Общее количество работ, выполненных одним участником, не должно быть более 3, в разных видах и техниках каждая. Работы на конкурс принимаются с 9 января по 10 апреля 2023 года. Выставка работ лауреатов и награждение лауреатов и номинантов конкурса состоится в музее имени Рублева в сентябре 2023 года.